Прошли праздничные мероприятия и в других поселениях Ленинского городского округа. В поселке совхоза имени Ленина представления для местных жителей подготовили сотрудники муниципального центра культуры. Делегация нашего центра культуры была в Лужниках. Вы знаете, что проходил большой митинг-концерт. Действительно, более 600 тысяч человек там присутствовало. Это невообразимый подъем мы испытали национальный. И сейчас попытаемся, может, частичку вот этого заряда позитивного, патриотического заряда передать вам. И стоит отметить, что у сотрудников муниципального центра культуры это отлично получилось. Как это традиционно бывает на подобных концертах, зрители также стали его участниками. Тем более, что со сцены звучали песни о России, знакомые всем с детства. 20 лет назад мы ездили молодыми отдыхать в Крым. И я не понаслышке, я знаю, мы общались, мы дружили с ребятами, которые мечтали об этом. И когда Крым присоединили к России, осуществилась мечта вот тех ребят, тех подростков в тот период, которые, я знаю, что они правда мечтали об этом. Во время мероприятия был организован сбор продуктов и вещей для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Такой пункт работает на базе кафе у дедушки АУ уже более 2 недель. Помимо сотрудников муниципального центра культуры, в мероприятии приняли участие члены общественной ветеранской организации «Боевое братство». Мы долго к этому шли, мы долго терпели, но все-таки мы смогли вернуть. Благодаря нашему президенту, благодаря нашей команде, которая работает вместе с президентом, благодаря нашим ребятам, которые сделали это красиво, без одного выстрела. Для нас это победа. Крым – это наш. Также собравшиеся высказали поддержку президенту России и его решения в проведении спецоперации.